Всем привет! Сейчас мы вам покажем, как у нас проросли фрукты, и попробуем с вами посадить еще семена киви. Вот здесь у нас что? Посередине это у нас апельсин вырос, косточка апельсина. Вот это три росточка, это гранат зашел такой, такими особыми листиками. Здесь у нас вот груша. Нет, это груша, это два яблока. Тоже это все выросло из косточек. Да, смотрите наше прошлое видео, там мы показывали, как мы это подробно все делаем. Здесь заросли два лимона, остальное апельсины. Но где из них лимоны, сейчас сказать трудно. Мы немножко запутались. Увидим, когда фрукты начнут на них расти. Да, ну можно, конечно, сравнить с этим апельсинам, и когда они подрастут, и понять, где из них все-таки лимон. Да, но бананы не получились, там надо было отделить, наверное, от мякоти. И вот с киви мы так точно так же сейчас сделаем. Вот мы купили киви, разрезали, вытащили семечки. Сейчас положим на ватный диск и на мокрый. Положим такой полиэтиленовый пакетик. Посмотрим, что из этого получится. Прорастут или не прорастут? Да, и тоже отделили от мякоти. Да, отделять от мякоти было не очень просто. Сначала мы подсушили немножко их с мякоти, а потом уже в сухом виде, когда мякоть была, тогда уже легче отделялась. Она как-то сильно прилеплена к мякоти. Вот много не надо. Да ничего, уже все тут могут быть плохие и хорошие. Главное тоже не передержать, как у нас тогда прям вросли. Ну, надо через недельку посмотрим. Может, даже снимать. Раньше, дня через 4. Да, раньше недельки, я думаю. Хотя, все ну, где у нас, кажется, через 4 дня кто-то из них пророс. Ну, вот наши семена киви на мокром ватном диске. Вот так вот их сложим. И в пакетик. Мы точно так проращивали семена этого граната. Вот так таким же способом. В принципе, проросли приблизительно дней за 10. Ну, может, за 2 недели. И вот с них мы ростки уже видели. Ложим в теплое место. Просто на столе. Сейчас уже тепло в комнате. И через время покажем вам, что у нас получилось. Всем пока!